Новое приключение, новые эмоции, новые люди, новые знакомства. Высший пилотаж. Друзья, вещи забываются, эмоции никогда. Сегодня я первый раз находился в небе, как будто за рулем автомобиля. Но это совсем другое ощущение. Это 5D-пространство, в котором можно прорывать пространство в том направлении, в котором нравится. Там нет асфальта, нет потолка, там нет вообще единиц измерения, потому что система координат, она вся находится в том человеке, который находится за штурвалом. Проживая нашу жизнь, обернувшись назад, мы вспоминаем те события, которые вызывали у нас яркие эмоции. И прошу вас держать это в голове, когда вы планируете события на ближайшее время. Я стараюсь, чтобы каждый месяц в моем графике было место для событий, которое останется в моей памяти надолго. Это полеты на самолетах, прыжки с парашютами, серфинг, горные лыжи, горные снегоходы, игра в гольф. То есть старайтесь разнообразить свою жизнь теми событиями, которые оставляют приятные воспоминания, чтобы когда вы станете пожилым человеком, вам было что вспомнить и что рассказать вашим детям, внукам и друзьям.